И к другим темам. Лицензирование управляющих компаний не заставило коммунальщиков работать лучше. Сейчас в городе 206 официальных организаций, и по данным экспертов Общероссийского народного фронта, лишь 20% из них полностью устраивают собственников. В прошедшем году в надзорные органы поступило около 1000 жалоб. Проблема, по мнению экспертов, в том, что лицензию может получить любой желающий. Достаточно заплатить госпошлину 30 тысяч рублей. Никаких конкретных требований для управляющих компаний, вроде материально-технической базы, аварийной службы или количества работников, нет. В результате на рынке появляются фирмы-однодневки, которые просто наживаются на гражданах. Отсюда сосульки, которые на крышах отсюда, на неубранные подъезды. Это сейчас принцип выдачи лицензии строится по доводу «я хочу работать», а нужно, чтобы имелся критерий, по которому можно было сказать, что он может работать. Чтобы имело значение при выдаче лицензии качество обратившегося искателя по наличию квалифицированного персонала, материально-технической базы, опыта деятельности той или иной организации.